Как пояснили в МВД, устаревшее удостоверение заменить можно, записавшись предварительно на портале госуслуг. Конечно, у вас должны быть для продления прав необходимые документы, в том числе и медицинская справка. Однако получить ее в условиях противоэпидемических мер затруднительно, ведь медосмотры временно прекращены. К тому же выходить из дома без крайней необходимости нежелательно. Поэтому водительские удостоверения, срок которых истекает с 15 февраля по 15 июля 2020 года, во время карантина считаются действительными, а их владельцы не будут привлекаться к административной ответственности. Напомним, на этой неделе было снято ограничение на работу автошкол. Однако из-за эпидобстановки экзамены будут приниматься по скорректированным графикам небольшими группами.